Салам всем. Тут смотрю каналы копателей, которые под палящим солнцем ищут черный металл, копают, сдают, решают свои проблемы, зарабатывают деньги, никого не мучают, освобождают землю от металла. И черного металла, и другого металла. Вот. Хотел показать вот эту печку, которая лежала в подвале. Их две штуки. Раритетная печка. Печка в сборе. Тут колосник, там дверцы. И так далее. Все время копали, находят обломыши, там, обломанные части. Но вот целиковую не видел. Целиком вот эту печку не видел, что кто-то нашел. Может быть, есть. Но в основном там обломанные части. Вот. Хотел вот показать вот эти печки. Лежали в подвале, вот. В старые добрые времена люди, когда были деньги, в первую очередь покупали вот, нужные вещи для дома, вот. Даже покупали не одну штуку, а сразу по две, по три. Ну, люди видели очень много всякой всячины. Вот. И хотели запастись вот этими вещами. Тут вот еще кирка есть одна. Вот кочерга такая интересная. Не знаю, сможете увидеть или нет. В общем, просто хотел показать. Этой печке, наверное, там больше 60 лет, наверное, 70 лет, а может еще старше, чем я думаю. Вот. Всем копарям большой привет, салам, мир вашему дому, копайте, удачного копа и дня вам, всем всего хорошего, удачи!